Если ты хочешь создать свой личный сервак по сампле КРМП, но не знаешь, как это сделать, то тебе на CloudHost. Отличный хостинг серверов с автоустановкой игрового мода и низкими ценами. Короче, Ваня... Подожди, я упал! В прошлом нашем ролике, где мы с тобой устраивали гонку, я поставил подписчикам цель набить 3000 лайков. И если мы ее набиваем, то мы с тобой делаем реванш. Они эту цель добили, и поэтому давай сейчас с тобой вот проведем гонку. Так, ладно, Вань, давай, короче, я тебе первую предлагаю гонку. Предлагаем по очереди. Первая моя. Гоняем с тобой на 5 миллионов. Самая максимальная ставка. Так, я тебе предлагаю, давай, короче, да, гонку. Первую я тебе дам шанс, выбирай. Я выбрал гонку до фермы на 5 миллионов. Так, я дорогу сейчас продумал. Все, я продумал дорогу. Я согласен. Ну смотри. Все, проси пощады. Куда ты так быстро? Это нитро. Я вчера нитро 10x установил, чоб ты понимал. 10x. Стопэ, стопэ. Тут тихо уже не получится, Ваня. Тут сейчас будет громко. Нет, нет, нет. Я тебя чисто это пасу. Я на хвосту у тебя. Я тебе не. Ну видишь, я сейчас. На, я тебя сейчас догоню, как ложка. Да блин! Подрезал. Давай, 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 давай. О, он что работает? На, вот так вот тупой тебя. Лаунч. А где мой лаунч? Тупой. Ой, бичара. Фух. Тупой бичара помешал, блин. Бичара красава, всем бичарам респект. Ой-ой, нет, давай, нет, давай, я, давай, нет, давай, нет, давай, нет. А я думал, ты куда поехал, для я чего? Неправильно, я неправильно поехал, блин, я неправильно поехал. Вы проиграли. Да, да, но ты тут выиграл, ты тут выиграл. Не знаю, я допустил ошибку, за которую я попал на 5 миллионов, даже на 10. Сейчас бы эти 10 миллионов у меня бы остались. Ну, что поделать? ЖДСФ, ну, подписывай себе смертный приговор. Хорошо. Я сейчас как профи поеду, чекай. Ха, что ты мне там несешь, профи? Я тебе сейчас вздую. Куда, куда ты там поехал, профи? Это моя тактика, это моя тактика, что ты хочешь. Так, а ты где, скажи? Я уже на ЖДСФ, Ваня. Да, врешь. Когда я врал? Всегда. Я подлетаю. Нет! Нет! Упади в воду, блин! Ё-моё! Ну все, я проиграл эту гонку, блин. У нас, Ваня, всего 5 гонок. Пока что счет 2-0. А, 5? А что ты не сказал? Если ты сейчас выигрываешь, то ты уже, получается, в нашем состязании выигрываешь, и дальше уже гонять смысла нету. Вот, тебе нужно выиграть одну гонку, мне 3. Всего, то есть, 5 гонок. Давай, гонку до ТСР тоже вот на 5 миллионов. Так, а я знаю одну секретность, один секретный маршрут мне, но не скажу какой. Я знаю, ты сейчас направо и на рельсы. Это кто тебе такое сказал? Это ты хочешь, так я уверен. Откуда ты? В смысле? Я по мостику поеду. Там поезда. А смысл там поезда? Смысл там ехать? Крысу подрезал. О, поезд! Быстрее едь! А я уже впереди, я уже впереди. Ну ё-моё, ну что за невезуха-то? Почему именно вот так вот все получилось? Да это я накаркал, я же сказал, поезд будет. Ну ё-моё, ну это вообще некрасивая гонка. Тихо, помнишь на скутере? Бомжиха, точнее. Уничтожу тебя сейчас. Да, а почему он не едет? А, все, поехало. Я тебе... Капец, я тебя рву на куски! Быстрее! Давай! Да где скорость? Почему у меня машина не едет? Алло! О, поехала. Нет, 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 не пущу! О, Фабертрак! Не, ну капец, я тебя сейчас обогнал просто лютого. Я не знаю, как это получилось, но хотя бы... Да у меня машина не едет нифига почему-то. Отстань, ну под... Нет, ну не может быть такого, ну нет! Же, ускоряйся! Нет, давай, буллет! Давай! Как так? Капец, я эту гонку чисто выиграл вообще, пацан. Как так? Понимаешь, у меня на рельсах просто, ну, двигатель, я не знаю, сдох. Посмотри свой карскилл, я там, не знаю, масло посмотри, там машина. Да, у меня все нормально. 2-1 счет, у меня еще есть шанс отыграться. На волоске, да. Счет 2-1 пока что. ЖДЛФ. Здесь очень много дорог, но не знаю, как правильно ехать. Да все ты знаешь, что ты врешь, все ты знаешь, говнюк такой. Не, можно через город поехать, а можно... Не-не-не-не-не-не. Что, что ты? Не-не-не-не-не-не-не. Я в какой-то дворик залетел. А я тебя вижу. Здорово, здорово. Тихо, нет. Да как так? Мне просто не повезло. Прощай. Блин, тупой город, как тут вообще ехать? Я заехал в дворик какой-то, в дом залетел, на огород. Еду, еду, еду в соседнее село, на дискотеку. Быстрее, быстрее, быстрее. Нет! Ну как так? Ну ё-моё, а где ты вообще где был? Ты? Я через этот мост, не через мост, я по краю ехал. Блин! А ты чё, рядом был?
был? Да, я вот уже там, прямо. Мне там секунды две не хватило. Ой. Я хочу плакать и умирать. Короче, дорогие мои друзья, если вы хотите, чтобы мы сделали еще один реванш, то уже на этом ролике вам нужно будет набить 5000 лайков. Если мы набиваем на этом ролике 5000 лайков, то я, ребята, обязательно сниму еще один реванш. Сегодня, ребята, победил Вальдемар с суммарным счетом 3-1. Ну и теперь, Ваня, давай, наверное, еще одну бонусную гонку, как ты, в принципе, там и хотел. Тупой крысу. Тракторист! Ты знаешь, чем занимаются трактористы? Я знаю, чем мороженщики занимаются. Игрок Сергио Ривас на автомобиле Мистер Хуппи предлагает вам начать гонку. На, вот так и тебя. Ты на говне своем едешь. Ускоряй уже... время. Я... Ой, нет! Сейчас я тебя догоню. Тебе, смотри, как ты едешь сзади с этим мороженым. Я в знак влетел. Я чуть-чуть прилетел. У тебя же твин-турбо, ты не мог так без него полететь? Да, у меня твин-турбо. А, я думал, у тебя нету. Мы же твин-турбо гоняем. Куда ты там на своем тракторе? Мужик, ты куда? Смотри, перелечу сейчас в воду. Куда ты поехал? Ты неправильно. Фу. Ну ничего, я выберусь, не ссы. Я просто... У меня... Он улетает у меня. Он у меня летает, серьезно, я тебе говорю. Ну, тебе, походу, это... Все, ББ. Да это я тебе поддался, чтоб так. Ха-ха-ха, вот так-то. Я на самом деле... Да я на самом деле рядом, вот он я стою, ты что не видишь? Я рядом, я за углом стоял, тебе дал фору. Ага, да-да-да. Я тебе в Дискорде по демке покажу, как я сейчас улетел. Потом я выбрался, смотри. Смотри, что со мной произошло. Я не знаю, как это так. Я не знаю, как это... Вот смотри, я просто еду... Спокойно, да, спокойно, резко, через твин-турбо в ярость, в режим ярости пошло. Я даже газ не нажимаю. Ну, дорогие друзья, на этом данный видеоролик подошел к концу. Если, ребята, он вам понравился, то я надеюсь, вы не забудете поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал. Канал Вальдемара также будет в описании данного ролика. Также не забудьте подписаться на его канал. Я, ребята, вам напоминаю, если вы хотите, чтобы мы сняли с Вальдемаром подобный видеоролик, где мы также гоняем, то, ребята, вам нужно набить на этом ролике 5000 лайков. Большое, ребята, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, ну и всем удачи!